Привет, обзор опять еды. Помидорки 40 рублей. Я считаю, это хорошие помидорки. Ну, дефектов я вообще в них пока не вижу. Может быть, не сильно сладкие. Так, вот такие вот ананасы. Это 30 рублей, это 20, ну, 29, это 19. Ананас должен быть, ну, как я понимаю, зелененьким. Видите? А вот этот ананас желто-коричневый. Поэтому он, значит, уже старый. Уже он полежал несколько дней, и он такой уже какой-то мягкий становится. Как я понимаю, он долго не пролежит, его надо срочно есть. То есть не просто так на него цену снизили, видите, он хочет испортиться, если уже не испортился. Ну и в следующем ролике я расскажу, испортился он или нет. Все, всем спасибо, до свидания, подписывайтесь, ставьте уведомления, ананасы покупайте зелененькие, не коричневые.